Всем привет, притуп, солнечная Италия на проводе. Короче, спустилась я в свой палисадник. У меня нарциссы набухли, сейчас покажу почки на них. И, короче, здесь оно некрасиво смотрится. Надо немножко листики туда убрать. Раньше, кто смотрел мое видео давно-давно, я вообще всю территорию убирала. Ну, девочки были маленькие, там у меня стол стоял. Погода отличная, на солнце, я уверена, вообще классно. Ума приучается к домашним делам. Выбрасывает стекло, бутылки выносит. Два. Короче, что у меня, девчонки? Я вынесла, мальчики, мужчины, свои астры. Астры погибают, ну как, они не погибают, то есть они зелененькие. То есть я, наоборот, их вынесла для того, чтобы, возможно, дать им еще одну жизнь. Видите, здесь все забросано, загрязано, кто-то пиво пил, выбросил. То есть мне надо убрать вот именно вот этот вот кусочек, ну и немножко вокруг него. Наверное, все-таки пересадить оттуда нарциссы сюда. Потому что нарциссы у меня, прям вот они мои. Я садила их сама, досола хочу ее. Видите, кто-то оставил, бутылка чья-то. Этот цветочек, он у меня, съели его какие-то эти. Наверное, съели его, как его, животные какие-то съели. Ну, в общем, перчаток нет, а это дерево мне надо подстричь. Оно у меня цветет, но я видела у женщины, что она его подстригла, и она, у нее все равно цветет. Подарила Клеопатре свои калоши, в которых собака выгуливала. А теперь думаю, бля, хоть иди к ней забирай эти калоши, потому что жалко ботинки. Ну, то такое. В общем, объем работы. Объем работы таков. Расчистить немножко. Держи, это кума. Тебе надо физкультурой позаниматься. Что-то ты сегодня коктейльчик выпила, вот так будешь делать. Вот так. И гребсти будешь вот туда. Надо все отсюда сгребсти. Вот этот, подожди, фиолетовая прищепка. Она не поломанная? Граблю я купила сама. Грабля моя. Смотри, значит, что ты будешь делать? С девочками поздоровайся. С мальчиком еще. Смотри, значит, у тебя медленно двигаешься, красиво, уверенно, с руками качаешь руки. Потом обрезаешь дерево. Так как ты, наверное, больше меня соображаешь, его надо обрезать, потому что, видишь, оно в высоту идет. Его надо сделать в ширину. Так, все, а я здесь пока начну. Пока Светочка будет там, я начну выгребать отсюда. Смотрите, какая красота у меня в руках. Купила в том году, вместе с вами покупала. Машинка моя. Отсюда, вот туда. Они потом, когда приедут на машине собирать, они соберут это все. Ну, раньше я сама в пакеты делала. Видишь, вот это вот надо все. Будет здесь красиво. Видите, как Света с ровной спиной метет. Значит, для чего с ровной спиной надо мести? Для того, чтобы не повредить осанку. Клеопатра посадила авокадо. Смотрите, растет. Авокадо или кшира такое. Раньше здесь рос персик. 2 года персик дал свои плоды. И потом перестал. Видите, бутылки какие-то пластмассовые. Вот кто-то что-то бросает. Видите, сегодня субботник. О, сейчас поломаю, надо руками. Субботник сегодня. И будет красиво, когда смотришь из окошечка, убранная территория. Аккуратненько цветочки не задеваем. Травку сейчас повырываем. Видите, кто-то. Сколько? А? Да, вода. Вот смотрите, как кума относится к гидропровод итальянскому, чистит итальянскую канализацию. Будет что рассказать внукам. Видите, все мое, все сделано моими руками, вся оградочка. Вот эта вот малина дикая, она сама отсюда выросла, не знаю, это малина, по-моему, дикая зараза. Ее, конечно, отсюда убрать. Кактус, смотрите, кактус разросся, но как-то не очень он выглядит. Ну, пока стоит. Все остальное садила я. Видите, нарциссики. А здесь у него там хороший, у него там свет. У меня сейчас деревья разрастутся, и не будет, ну, нехватка света, погибают растения. Ну, конечно. Раньше ж я бросала с окошка этот провод и поливала. Вот, а сейчас никто не занимается, хотя бы это поддерживать.
А то некрасиво. Нарциссы будут, а их будет не видно из-за вот этой вот, то, что нападало с деревьев, с листвы, скажем так. Поэтому надо... А? Нет, венечка нету, есть только вот эта грабелька большая. И все. И перчаток нет, потому что общение с природой. Короче, сейчас будет до и после. Ты сняла себе до и после? Почему? Бля! Сделай до. До и потом после будет. До, а потом до. Да, да, да. Ля-ля, сульфамири, до-до-до-до. Я знаю, мне нравится очень. Если бы у меня был свой дом и сад, у меня бы был самый красивый сад. Весь в фиолетовых цветах, в ромашках. Было бы очень много зелени. Особенно петрушки, чеснока было бы вообще, были бы моря. У меня бы был самый вкусный этот самый чеснок. Видите, оно падает, девчонки. Они глубоко сидят. Но когда они распустятся, и вот будет красиво смотреться. Надо их оттуда, я думаю, пересадить сюда, потому что там их вообще даже не видно. Сейчас мы их пока подкопаем. И так, девочки, ну что, труд облагораживает человека. Это однозначно. Там ничего нету, это здесь нарциссы падают, там можно. Мы сейчас сюда посадим астры. А там есть маленькая, возьми маленькую. Маленькая удобно, не поломает эти цветочки. Есть маленькая, да. Видишь, нагнулись, девочки, нагнулись. С ровной спинкой наклонились. Встали, вот так вот. Пыль вытирать, калории сжигать. У меня был помидор, помидор не высох, но вырос, можно его убрать. Нет, потому что собак ходит, собаки огурчики твои обосут, и они не будут экологически чистые. Нет, помидор она садила, но ей даже надо поливать, надо спускаться, понимаешь, а что она воткнула и ушла. И то хорошо, что хоть какая-то клуба. Это что я руками делала, что-то спала вот это. Я сейчас камеру выключу. Смотрите, с Украины пригласила женщину. Женщина хочет подзаработать. Говорят, евро поднимается. Женщина мягким движением руки. Носок не твой? Смотри, черный. Не, не, не. Полупара, нет? Нет. Вроде дед. Ну такой. Маленький. Так вот, здесь живет ребенок на краю. Колесо ты красила? О, тут все было в колесе красиво. Конечно, кто? Ездила, искала их на эти. Боже, бедный карлик, как он нервничал. Нет, здесь раньше красиво, я говорю, хорошо здесь было. Просто что здесь комаров было. Мы здесь собирались, вот это вот шашлыки жарили, стол стоял. Много друзей приходило. Ну, столы накрывали. Хорошо было. Так, девочки, беру такую красивую принадлежность, снимаю ее. И сейчас подщипаю там маленький этот, маленький кустик. Помните, который у меня был такой? Кума, посмотрите, как залезла на пьедестал. Нет лени, да? Надо немножко пообрезать вот эти вот кустики. Видите, тоже этот кустик, который у меня фиолетовый сейчас, который я высаживала в том году. Он, по идее, в этом должен... Видите, смотрите, пожрало все. Кто-то жрет это, какие-то
эти едят. А этот кустик, помните, я маленький сажала? И он тоже такой. Поели его, поели. Не знаю, если может и даже и пропадет. Что-то мне он не нравится. Вроде отростки новые пускает. Но... как-то я не знаю, надо сейчас его подрезать, срезать все сухое. А большой куст, наверное, светит. У нее легкая рука, и, может быть, она знает, как надо. Раз, раз, раз. И надо, чтобы он в ширину шел. Видите, он столб идет вверх, а что это такое? Видите, поела, что это такое? Поела весь куст. А куст будет красивый. По крайней мере, в том году был очень красивый. Тут какие-то дикие растения, вот эти вот дикие какие-то, сами здесь повылазили. Вот, видите, так можно, я раньше вообще всю полосу убирала полностью. Видите? Ну что, маленькое дерево я сама себе позволила, отрезала, обрезала. А большое, не знаю, мне кажется, его надо вообще полностью срезать. Опустит ли побеги оно, если его срезать? Потом, я не знаю, вот с этим самым, с кактусом. Ну, пока вроде растет, но что-то тоже какое-то приболевшее. Его тоже, наверное, как-то можно в порядок привести. Нет, я убирала, не знаю, не помню, есть видео, не помню, когда. Зимы нет, не-не-не, когда дожди начались, не-не-не, никто нет. Сейчас начнут по весне, но они не часто убирают. Но сейчас они уберут, и все, и потом уже, в принципе, и падать-то ничего не будет. Уже. А земля вот эта, это я привозила землю в том году сама, покупала и привозила сюда землю. И меня прям серпом по яйцам, когда Клеопатра спускается и начинает у меня эту землю тырить отсюда. Понимаете, что я ее покупала. Какую землю? Ну вот, вот, вот земля, да, вот эту я завозила. Не-не-не, эту я завозила. Но ж видно. Я не знаю, сколько, 5 литров, наверное, даже больше, может, 15 литров. Я, не, врать не буду, я сейчас не разбираюсь в этих литрах. Несколько мешков, 3 или 4. Несколько мешков. Большие, да, 3 или 4, может, 5 мешков, не помню. Там на видео, девочки, напишите, кто помнит, сколько я покупала. Но дерево прижилось. Вот я его немножко обстригла. Но опять же говорю, что-то не буду повторяться, сейчас скажут, ой. Все время повторяется. Ну, повторение, мать учения. По крайней мере, здесь сейчас червячки повылазят. Сейчас им тут скопают все. Помнишь, в прошлом году я здесь с мужчиной танцевала? Да. Ты его видишь? Вижу, собачка гуляет. Одна собачка у него умерла, я так поняла. Он со второй гуляет. Так, ну что, кума, куда мы нарциссы пересаживаем? Да, видите, как сразу хорошо убралось все. Иди посмотри, кума, на природу. Глянь, глянь, красота. Боже, они у меня так разрослись, я столько не сажала. Прям. И там, да? Да, и там тоже, видишь? Ну, растет же что-то, смотри, вот, вот куст справа, это денежное дерево, да? Это где-то кто-то всунул его, ага. Нет, тут, нет, подожди, здесь какие-то растения, которые растут под деревьями, типа папоротника, я думаю, что можно сажать. Вот кто это бросил? Кто? Чье это? Посмотрите. Откуда оно здесь может появляться, вот этот вот пластик? Если я здесь убирала, вы видели, его не было. Бутылок этих тоже не было. Смотрите, совершенно другой вид. Я даже немножко подняла здесь эту плиту, она уже падала. А так... Я читала как-то комментарий, когда убирала, ой, говорит, сейчас все наметет. А я вам потом показывала, что все равно не намеклось. Просто что-то, свет, надо было сюда побольше. Чтоб, потому что там окна, скажут, что вы нам, блядь, это... Нет, я соберу тут кучу, оно не будет. Девчонки, смотрите, как, сколько здесь корней. И здесь даже, чтобы высадить, просто астры воткнуть. Прям я даже не знаю, может, где-то здесь их повтыкать. Здесь, где завезенная земля, как-то можно копнуть глубже. Корни от деревьев просто нереальные.
Астры, не знаю, если приживутся, не приживутся, просто чтобы дома не выкидывать их, все равно они сухие. А так, посмотрим. Сухой этот самый. Осенью я садила. Не знаю, я думаю, что здесь на природе, если не поест никакой жук, в принципе, могут разрастись. Зону туда пересаживаешь? Ну, потому что они все равно уже отвели, может, они здесь возьмут. А куда ты думала, что я перезвоню? Нет, так я думала, ты типа обновишь землю. Нет. А их обратно туда? Не-не-не, сюда они полугавки. Вот они мои нарциссики, красивые. Потому что деревья, Света, не насадишь тут ничего. Я ж тебе говорю, что я садила, я пробовала, здесь было и гладиолусы были, и все, что на свете было. Люди ходили, засматривались. А бабушка с первого этажа, я же тебе рассказывала, сказала, не, даже не старайся. Я имею в виду, потому что там никто ничего не делает. Если здесь было бы не сделано, точно так же и там было. Там одно дерево, а здесь три дерева сразу, посчитай. Ты не видишь, что ли? Здесь травы мало, потому что солнца мало. У меня даже раньше Карло мне давал, у меня была такая машинка, которая траву режет. А ты решила и у них по домам тоже убрать? Ну, чтобы им приятнее было. Чтобы они потом не обидели, что мы кучу прихотели. Зато смотри, какая у тебя кума. Пошла, купила граблю. Это ж тоже надо иметь желание пойти купить. Правильно? Большую граблю, удобную. О, какая чистота уже сразу. Да, вот здесь бы что-то насадить, но я даже не знаю, что здесь. Здесь копать невозможно, невозможно копать. Одни корни, камни, корни, камни, корни. Но все равно уже. Более-менее. Нравится. В земле ковыряться отвлекает от всего. Прекрасное времяпровождение. Честное слово. Не знаю, астры приживутся, приживутся, не приживутся, не приживутся. Давай я погребу, а ты пойди подстриги дерево.
Ого, сколько листьев. А? Не-а. Да, да, вот это вот тоже здесь. Смотри, какое здесь классное, смотри. Прям вообще. Да, 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 видишь, мелкая, да. Да, да, да. Девочки, ну смотрите, вот объем работы. Уже птички начинают собираться, чтобы это самое... поклевать этих червячков. Красота. Окошко будет классно, смотреть. Я выглядываю, когда вижу, что чисто, аж душа радуется. Светка-партизанка выгребла всю территорию соперника и говорит, смотри, как я там чистенько сделала. Я говорю, так ты, говорю, на территорию соперника потратила сколько времени? Ума, главное, технологический процесс отработать. Ты идешь, раз. Два. Рычаг работает, все, рычаг. Нет никаких усилий, вот, рычаг. Молодец. Смотри, оп, пошла, раз, пошла. Они тяжелые под низом. Сначала верхний слой. Ты быстрее, посмотри. У тебя что-то... Вот задела, да? Задела, да? Да. Говорю, я, она говорит, говорю, смотри, сколько, говорю, я нагребла. Говорю, быстрее тебя. Она говорит, да ты что? Я просто верхний слой сначала сношу, потому что он легкий. Боже, аж задышалась. Ты слышишь, как пахнет земля? Смотри. Давай. Ты сейчас знаешь, на кого похоже? Из кинофильма «Обаятельная, привлекательная», когда она, помнишь, там это, подметала... Помнишь, с орехами внутри этот, во рту говорила что-то там. Шла Саша по шее и сосала сушку. Верхняя, смотри. Так... Рычаг, раз. Молодец. Два. Давай. Три. Давай. Четыре. Обратно. Улыбочка. Раз. Не тратишь. Время на улыбку, да? Некогда улыбаться. Технологический процесс. Он сокращает время. Что-то у тебя он время не сокращает. А? Что-то у тебя время не сокращает. Блять, попробуй не, попробуй первый. Ты сейчас эту кучу оставь. Послушай меня, я что тут же эксперт. Вот, начни гребсти верхний слой, убирай туда. У тебя получится очень быстро. О, верхний убрала, пошла верхний. Нижний не трогай. Другой, о, видишь, ты тут научишься гребсти. О. Молодец. Ой! Научилась? Да, 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 да. Это что? Будешь помнить? Мне очень нравится этот процесс убирания листьев. Очень нравится. Смотри, захватила, ты сочинула. Захватила. Молодец. Главное, грабли не сломать. Поднадавила. Смотри, чтобы грабли не сломать. Смотри, ножки работают. И... Да, в демиплее присела, встала. Носочек потянула. Правильно, молодец, Света. О, о. Я ее троллю, она ведется, блин, она ее троллить можно только так. Я на троллинг поддается моментально. Неправда. Я шучу, а она думает, что я серьезно. Какая разница, как кто метет? Главное, что посмотрите, какая чистота. А ты заметила? Как я играю, что тебе кажется, что я. Да, Станиславский бы сказал, поверил, да? А? Станиславский бы сказал, верю. Аж ноги заплетаются. Я просто ход поменял. Ума. Смотри, так ножки поработали. Теперь они работают на так. О, тоже хорошо. Там у нас же сумки не украдут. Давай здесь закончим и пойдем домой, да? Ну ты же сказала, за угол. Да я шучу, конечно. Тут надо еще здесь немножко пособирать будет. Теперь мы делаем. Молодец, молодец. Завершающий штрих, смотри. Ровненько. Правильно, ты хотела только сказать, ты же расчеши, как ты там у соперника расчесала. А то как-то будет не расчесано. Но обещаю, вчера сказали, что будет похолодание, ветра сильные придут и снег. А я еще думаю, бля, снег придет, и кума снега не увидит.
Слушай, а ты права, почему-то там листья вообще нет. Он не падает свет. Они туда, ветром все сюда приходят. Потому что там одно дерево, смотри, вот здесь, где уже два дерева, смотри, сколько там. А где здесь три дерева, еще больше. Ну, видишь, здесь раньше, здесь будет немножко травы, но немного, оно высохнет. Точно гнездышко? Ну, конечно, ты посмотри, как... Боже, я думала, проволока. Выбрали самые тоненькие. Из чего они плетут, ты посмотри. Самые трава, может, какая-то. Ворсиночки. Давай его в кустик поставим. Да куда хочешь, туда ставь. Смотри, тут какой-то цветок растет, кстати. Слушай. Ты понимаешь, это вот это дерево, про которое я тебе говорю, у него. Просто смотри, как оно у него обрезано. А, ну, приведено в порядок, да? Смотри, а у тебя пошло... Нет, это видно, у нее несколько цветов. Это бабушка сажала. Девочки. Раз, два. Раз, два. Ты вазу нашла? Блин, кума постоянно где-то что-то находит. Я в шоке просто. Причем ваза симпатичная. Неплохая ваза. Потому что они сумку АБЭК потом переделали под свой лад. Если ты ее сдаешь, тебе дают скидку, и ты берешь новую. Они старую отнесли, скидку взяли, купили новую. Я поняла, я говорю, на продаже, на витрине не было там сумки. Там такая здесь фигуровая сумка, вся с такими деньгами. Все ж будут убирать. Сколько людей вот так приходит во двор работать? Здесь я одна. Нет, когда листья убирают. Один, по-моему, дует, а другой на машине собирает. Когда траву косят. Наверное, придут, когда трава немножко подрастет. Не знаю, сейчас не помню. Ну, вот такие, машина такая, которая листья сдувает. Они не забирают, да? Нет. Сколько можно людей, а я так каждый год раньше. Но меня это не напрягает, мне нравится. У тебя есть на видео, как они это делают, да? Ну, я с окна снимала. Видим. Что-то мы так долго. Просто там начала на территорию с этого других людей убирать. И получается, что там ее уже нельзя недоубирать. Потому что, ну, получится, там сделано, там не сделано.
сколько росточков. Набьемо паура діла варари. Не боїмося ніякої роботи, да, Стих? Фізичний труд, скажи. Фізичний труд. Ой, слушай, переключаємося. Вот это мне больше всего всегда нравится, когда в заключение чистится дорожка. Ну що, пошли. Нашла кума новую вазу. Очень, кстати, симпатичную. Идем. Пятачок. Ничего не забыла, телефон взяла. Девочки, вот это после получилось. Единственное, что, видите, кума зашла на территорию, половину разгребла, но там реально сейчас гребсти не хочется. И надо сюда щетку купить, чтобы можно было по домам подмести. Видите, какая... Ой, птички сразу залетали. И все, сюда мы в бок все перетащили, потому что листья тяжелые, они, по идее, не должны разлететь. То есть, если будет дождь, листья намочатся, и они никуда не полетят. Ну, может, пару. А так все, смотрите, какая чистая территория получилась. И очень, как бы, настроение поднимается. Сейчас буду смотреть с окошком на нее. Вот этих прищепок можно сделать очень красивый головной. Нет, все, я уже костюма не хочу. Все, не надо мне. Все, пошли, кума. Не надо. Да, сейчас еще из камня сделаем. Все. На сколько минут я не уходила, коты сразу прибегают. За окошком здесь вот так. Блин, насколько не люблю орхидеи, блядь, что я потом не знаю, куда их ставить. Ну, кума посадила здесь яйцо какое-то. У Клеопатры, кстати, эти яйца сходят. Эта девочка-подписчица написала, посадите косточку от авокадо. Ну, авокадо ж не вырастет, смотрите. Ну, вырастет, но не это. Смотрите, розу не знаю, приживется, нет, знаю, что розы не любят по совместительству никого, но тем не менее. Каланхоя растет, были целый день открытые окна. Эту мимозу, или как ее назвать, я уже не знаю, куда ее ставить. А здесь какое красивое окно, плитка. Видите, как мне сделали? Очень красиво. И все, сейчас я сполосну вазу, сюда поставлю, если она не улетит. Потому что ветра обещают. Обещают ветра. Я надеюсь, она не улетит. Но тем не менее, я ее располосну. И все. И будет несчастье. Я обожаю вниз спускаться, обожаю там. Это самое. Сейчас вам покажу с этого сверху, как получилось. Ну, с туалета покажу. Здесь будет неудобно показывать. Ой, мне преферито. Это мои самые любимые цветы. Так, говорю куме, я свои цветы, которые мне карлик подарил, целую. Она говорит, целуешь? Я говорю, да. Она говорит, зачем? Люблю эти цветы. Какая красота получилась. Сейчас я коврики вывешу, у меня коврики. Постель Саша меняла. Красотень. Буду надеяться, что вот та куча, которая за домиком, ну, типа от этого, я буду надеяться, что она сюда не... Вот она, единственное, что она может полететь сюда. Потому что листья под низом тяжелые, мокрые, а сверху они уже не летящие. Ой, а что-то так. Вот, красота. И то уже приятно с окошка смотреть. Нарциссики расцветут, будет красота, лепота. Так что всем Бог помощь, миру мир верните однозначно. Миру мир.